Счастливого пути. Оружие разрешено. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджит. Оружие разрешено.
Как дела, Сэм? Ну что ж. Так держать, так держать. До вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Слышал. Парень, что ходит по стране и налаживает связь между людьми. Спасибо, что принес мне это. Спасибо. Без доставок Fragile Express жизнь стала тяжелой. Дай я проверю груз. Ха! Ого! Ты был очень аккуратен. Я сообщу Бриджесам, как идут испытания. Спасибо. Что понять. Это насчет Фреджил. Наверное, ты слышал, что она помогала террористам, что ей было плевать, кто пострадает. Но знаешь, это все вранье. Она и ее люди рисковали жизнью, доставляя нам необходимое. Она настоящая героиня. Знаешь, я родился в этом убежище. Весь мир был для меня внутри этих стен. Поэтому, когда люди говорят про Америку, я вообще не понимаю, о чем они. Но если этот Кьюпид подключит меня ко всем, то это изменится. Так что да, я хочу вступить в UCA. Хочу увидеть, чего был лишен.
И теперь мой личный 3D-принтер подключен к хиральной сети. Если все сработает, прибор EvoBio даст возможность создавать самые разные объекты из архива. Мы сможем восстановить Америку по частям. А я пока воспользуюсь сетью и узнаю, что происходит в городах. Буду следить за мулами и террористами. Ты словно принес мне целый мир в этой коробке. Спасибо, Сэм. Приходи еще. Ах, да. У меня есть одна штука, и я хочу, чтобы ты ее испытал. Помощник, которого я изобрел. В симуляторах все идеально, но кто-то должен испытать его в поле. И если он облегчит твою работу, тем лучше. Сэм, активные контуры прикрепляются к твоим ногам, улучшая твои физические возможности. Тут у тебя активный контур, предназначенный для усиления суставов. Пока сам по себе оказывает тебе поддержку, но ты можешь дополнительно усилить его потенциал. Давай, испытай эту штуку. Она тебе понравится. Большое спасибо. Возвращайся скорее. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Так, это один пункт выживальщиков. Осталось два. Разрешено.
тебе просто нужно рискнуть жизнью, да? Только ты и я. Доставляем груз. Я ждал тебя. Ты мое спасение. Я сумел выжить только благодаря курьерам. И ты ничего не просишь взамен. Я благодарен тебе.
посмотрим, как там груз. Ого, это потрясающе. Великолепно. Спасибо. Частью UCA могут подключиться к сети, подписав контракт с Бриджесом. Они могут пользоваться доставкой и другими базовыми функциями хиральной сети, как полноправные участники. Так же, как и ты можешь пополнять свои припасы, используя их хиральные принтеры. Однако они не обязаны отправлять нам данные. Поэтому не рассчитывай на их сведения или помощь в разработке технологий. В идеале, конечно, все люди должны быть частью UCA. Но если это невозможно, наша цель — сделать их частью сети. И, может быть, потом они передумают. Кьюпид взаимодействует с терминалом по-разному, в зависимости от типа контракта. Подключи Кьюпид и проверь. Компания стала слишком крупной. В такое время мы все должны быть тесно спаяны друг с другом. Это относится и к курьерам. Иначе мы будем совершать одни и те же ошибки. Республики, федерации, коалиции, государства. Объединять таких разных людей — от этого добра не жди. Извини, я уже давно ни с кем не разговаривал. Счастливого пути. До встречи, Сэм. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Отлично, Сэм. Уже два пункта интегрированы в хиральную сеть. Остался еще один.
принес это мне? Не стоило. Честное слово. Как это мило. Спасибо за ваш вклад. Доставляю груз. Оружие разрешено. Спокойно.
Провожу идентификацию. Готово. Обнаружен нарушитель. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. О, рад тебя видеть. Ты сделал больше, чем мы могли бы надеяться. Спасибо. До встречи. Отлично. Доступен новый запрос. Доставляю груз. Привет, Сэм. Как дела? Ну, груз в отличном состоянии. Спасибо. До встречи. Отлично. Доступен. Заказ назначен. До скорой встречи. Оружие разрешено. Yeah.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Добро пожаловать в озерный уют. Идите в распределительный центр. Похоже, все в идеальном состоянии. Спасибо, сэр. Доступен.
ясно значит. Сканирую. Счастливого пути. Счастливого пути. Эй, ты! Ты нужен Бриджесу. Оружие разрешено.
Эй, ты! Ты нужен Бриджесу. Шаг за шагом. Люди будут так благодарны тебе за твою жертву. По крайней мере, я как-то двигаюсь. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо.
Доставляю груз. Ты ведь не из Fragile Express, да? А, понятно. Бриджес пользуется их удостоверениями. Ну, молодец, сынок. Давай заберу у тебя это. Упаковка на вид... как новенькая. Ого! Давненько я не видел грузов в таком хорошем состоянии. Большое спасибо. Ха, наверняка это было нелегко. Слушай, зачем тебе это? Все знают, что Fragile стоит за атакой, где погибло полсреднего узла. Только дурак решил бы доверить доставку этой террористке. И тем не менее, ты здесь. Подменяешь ее, чтобы бизнес не загнулся, да? Ха, слушай, я уже никому не верю. Только не пытайся заманить меня в эту вашу сеть. Ты знаешь, почему в последнее время так много терактов? Потому что вы их всех разозлили своими разговорами об объединении. Вступить в USA? С тем же успехом я могу тут мишень нарисовать. Доставляй заказы в срок, и мы с тобой поладим. Проблемы мне ни к чему. Должен сказать, мне понравились твои гематические гранаты. Признаю, хорошие штуки. И мне кажется, что в USA не должны держать их в секрете от всех. Ведь в этих краях работает множество курьеров-фрилансеров. Будь моя воля, я бы набрал этих гранат и раздал их ребятам. Вы хорошие ребята, это видно. И ты доставил заказ, как я и просил. Но чтобы я согласился на ваше предложение, этого будет мало. Хиральная сеть — это большой шаг. Вот, если бы ты доказал мне, что Бриджесу можно доверять... А давай так. Выполни еще один заказ. Данные я загружу вон в тот терминал. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Инструментов в моем старом убежище. На нем есть метка, так что найти его будет несложно. Отопру убежище, как доберешься. А, и возьми несколько гематических гранат, что ты принес. Полезно иметь при себе парочку, если тебя прижали твари, да? Надеюсь, до этого не дойдет.
Оружие разрешено.
Похоже, что у тебя там пустой контейнер, да? Отправляй подобный хлам в Бриджес. Может, тебе он не нужен, а вот нам очень. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Значит, в этих инструментах столько воспоминаний. Такое тебе никакой хиральный принтер не заменит. Я-то думал, что это невыполнимо. О, да, вот это другое дело. Я теперь такое оружие смогу мастерить. Сэм Бриджес, ты просто бесподобен. Спасибо. Говоря, Фрейджайл и ее парни мне не вредили. Скорее, помогали. Но если они теперь заодно с Хиггсом, значит, они такие же плохие, как и он, верно? Будто все эти сраные террористы решили собраться в кучку. Большая счастливая семья. Может, пора и нам тоже. Может, для нас еще не все потеряно. По крайней мере, если в UCA есть еще такие ребята, как ты. Коллективная безопасность, да? И Новая Америка к тому же. Подключи меня к хиральной сети. Точно.
Раз уж ты меня поддерживаешь, надо и мне отплатить тебе тем же. Пока у меня есть связь с сетью, я буду снабжать тебя лучшими инструментами. И может, мы оба проживем подольше. И, кстати говоря, смотри, что я сделал. Называется полоскан. Нейтрализует человека на минуту. Не смертельно, разумеется. Следы могут остаться, но я уж тут ни при чем. Если тебе пригодится, возьми. А, Болосган, может пригодиться. Ты можешь обездвиживать им людей, не убивая их. Но если заменить провода на нити из твоей крови, то, возможно, он будет действовать и на тварей. Давай, попробуй. Ты свое дело сделал, теперь мой черед. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Thank you.
Спасибо за ваш вклад. Великолепно, Сэм. Ты уже подключил к сети 3 пункта. Выживальщики подключились, и хиральная сеть в отличном состоянии. Следующим пунктом мы хотим сделать местный распределитель. Но придется подождать. Сначала приоритетная задача. Нужно кое-что добыть. Нам нужно, чтобы ты принес один из серверов озерного узла. Он был в ремонте, а на обратном пути на транспорт напали мулы. На сервере хранятся важные данные для нашей новой системы доставки. Он автоматизирует доставку с помощью хиральной сети. Для нас он бесценен, а для мулов это все равно, что тостер. Тостер, из которого они с радостью извлекут хиральные кристаллы и редкие металлы. Действуем быстро, иначе потеряем данные. Так что двигай к точке выгрузки мулов, хватай сервер и неси в озерный узел. Считай, это мой личный заказ. Подробности на браслете. Сэм, я вижу, ты решил взять сразу несколько заказов. Если не знаешь, с какого из них лучше начать, открой список дел в браслете и отсортируй заказы по расстоянию до твоей позиции. Так легче распланировать маршрут. Оружие разрешено.
Как дела, сэр? Это тебе. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Большую услугу. Спасибо за ваш вклад. О, рад тебя видеть. Ну, груз в отличном состоянии. Спасибо. До встречи. Отлично. Доступен новый заказ. Сэр, наши тропы становятся дорогами. Видишь свои следы? Это история. Будь ты шпионом, ты провалил бы задание. Но ты не шпион, поэтому гордись этими следами. Они доказывают, что ты существуешь. Продолжай в том же духе. Пусть люди знают, что ты есть. Подари им смелость, чтобы они объединились. Пока ты строишь дороги и помогаешь соотечественникам, ты укрепляешь узы между всеми нами и указываешь людям путь.